Чем ближе местные власти к жителям, чем лучше знают их проблемы и пожелания, тем четче идет работа на местах по благоустройству и решению социальных вопросов. И способствуют этому прежде всего председатели территориальных общественных самоуправлений. В нашем городе прошел межмуниципальный форум, на котором представители Славянского и Красноармейского районов обменялись наработанным опытом. Председатели ТОСов, главы сельских поселений, представители казачества, правоохранительных органов, районных властей, активные общественники двух соседних районов собрались в малом зале городского дома культуры, чтобы поговорить о работе самоуправлений и найти способы, как ее можно улучшить. Глава Славянского района открыл форум, отметив, что на Кубани территориальные органы самоуправления давно уже стали лучшими помощниками власти в решении актуальных проблем. Председатели ТОС или квартальные, как мы привычно называем, это маленькие главы у себя на территории, проводники народных инициатив. Ведь каждый ТОС имеет свои особенности, свои проблемы. И для администрации поселений ТОС – ничто иное, как связующее звено между властью и жителями. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский считает для себя Славянские и Красноармейские районы самыми близкими, а территориальное общественное самоуправление очень нужным и полезным. Задача какая квартальных, они это понимают и им признательны. Они понимают самые острые вопросы. Они доносят, не стесняются. У нас в районе открытые двери для любого главы, любого кабинета. Если нет, мы в этом помощники. Поэтому я их считаю своими коллегами, вас, дорогие друзья. Я ваш помощник. Вместе мы будем решать вопросы так, чтобы люди говорили нам спасибо, а мы сами радовались результатам нашей работы. В Красноармейском районе стараются, чтобы значение ТОСов возрастало, видя в этом залог эффективной работы. Это тот орган, который, в общем-то, является народом, живет среди народа, вот, и является той именно частью населения, на которую опирается, ну, прежде всего администрация сельских поселений. Потому что эффективность работы того или иного сельского поселения впрямую зависит от того, насколько эффективно работают органы территориального общественного самоуправления. Большой интерес у собравшихся вызвали выступления главы Кировского сельского поселения Славянского района, неоднократного победителя краевых конкурсов по благоустройству и председателей ТОСов двух районов. Елена Трегуб возглавляет лучший ТОС Славянского района. Приходят и на дом, приходят и в администрацию, и по телефону, это в любое время дня и ночи, как говорится, ненормированный рабочий день. Ну, тесное очень общение с людьми. Поэтому, как бы, наверное, ну, и многое получается, потому что мы стараемся быть, так сказать, поближе к людям. Елена Чигрин накопила богатейший опыт за годы работы председателем ТОСа в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района. Самое важное – любить своих людей, любить станицу и любить своих людей. Тогда находишь подход и к каждому жителю своему, и сельской администрации, и со всеми. Вот если ты любишь своих жителей и любишь то место, где ты живешь, поэтому и получается все гладко и хорошо. После плодотворного обмена мнениями состоялось самое приятное событие – награждение отличившихся председателей ТОСов двух районов благодарственными письмами. Завершился форум концертом творческих коллективов. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».